закадровый голос убирается. Я обращаюсь к тем, кто был пионером. Кто не был каким-нибудь сморчком, а применял пионерский галстук строго по назначению. И носил его с достоинством, товарищи. А значит, любил родину. Вот уже прошло 30 лет, как вы закончили школу. Школа вас выненчила и выкормила грудью. Вы не понаслышке знаете, что школьное питание не только укрепляет здоровье, но им также можно замазать щели в окнах. Каждый из вас помнит, что Орбит укрепляет не только зубы, но и парты в школе. Огромная благодарность и низкий поклон Галине Иольевне Гордеевой за то, что дала вам знания. Теперь таких учителей уже не делают. Да что там говорить, вы и сами все знаете. Только на вечере встречи выпускников вам приходит то чувство, когда вы снова захотели начать учиться в школе, но поняли, что уже ее закончили. Товарищи одноклассники, поздравляю вас с окончанием школы. Помните и гордитесь тем, что вы закончили школу без Гугла и Википедии. Пусть память о школе горит в ваших сердцах. Ура, товарищи! А ну-ка громче! Закадровый голос убирается!